Тихая гавань. Вы ее видели? Нет, не думаю. Остановитесь! Полиция Бурна! От автора бестселлеров «Дневник памяти» и «Дорогой Джон» Николаса Спаркса. Нравится Саутфорд? Он не похож. На что? На место, куда я не хочу возвращаться. И от режиссера фильмов «Правила виноделов» и «Шоколад». Здесь не задерживаются надолго. Но мне нравится. Я Алекс. Рад знакомству. Вы оставили его у моего дома? Он стоял без дела, а вы ходите пешком. По-моему, он вам подходит. Спасибо, но я не могу так. Ясно. Зачем ты так с ним? Слишком много всего было. Open up, everything's waiting for you. Слышала о его жене? Она умерла пару лет назад. Ладно, наверное, я перегибаю. Хочешь прокатиться на каноэ? Каноэ? Я обожаю каноэ. В этом году... Я много занимаюсь с детьми, но сегодня с тобой я впервые поднял глаза. Я счастлива здесь, с тобой. Да. Важно не то, от чего ты бежишь. Детектив Тирный, знаете эту женщину? Кэти, он здесь. Не надо бежать. Скажи мне правду. Этого я и боялась. Важно, к чему ты приходишь. Он найдет меня. Если ты попала в беду, мы справимся. Кэти! Тихая гавань. Скоро на экранах.